Йоу, всем здорово, всем привет! Как дела, как настрой? Сегодня Королла Верца. Тема такая, как прочитать ошибки и стереть ошибки. То есть, бывает в Королле Верце такие нюансы. Какой-то лаунч не читает, я уже с этим сталкивался. Или ЛМ-ка не читает ошибку. Так вот как, например, делать инициализацию стрёмненько, а вдруг энка пропадет. Окей, есть решение. И мы сейчас будем это пробовать. У меня есть ЕЛМ-ка, которая не читает эту машину. То есть она подсоединяется, а ошибку не видит. Сейчас я это покажу. Значит, вот приложение. Выбираю, какой бы я протокол не выбирал, он... Так, профиль. Вот, я сейчас покажу, какой у меня выбран. Но я пробовал все. Галяк. Галя. Вот, у меня вот этот вот. Бр-бр-бр-бр-бр. Окей. Подключить. Окей. Ошибки. Прочитать. Я ползунок этот пробовал туда-сюда, ничего не меняет. Прочитать. Бук. Ошибок нету. Кода неисправности не обнаружено. Пум. Но если я сейчас засуну то ошибка будет. Так. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз. Два, три, четыре, пять. То есть ошибка есть, но ELM его не видит. Так мы прочитали ошибку. А теперь как стереть? А стереть я сейчас буду просто в ELM-ке. Нажму стереть. Даже несмотря на то, что этого нету. И мы посмотрим, что будет. Итак, еще разок. Ошибки. Прочитать. Нету. Но по факту-то она есть. Окей. Я нажимаю очистить. Очистить. Внимание. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Окей. Завершено. Прочитать. Нету. Все. Выхожу отсюда.
Ну что, а сейчас прочитаем опять с помощью проволоки. Я уже ее засунул. Опа! Итак, включаю зажигание. И что мы имеем? Yes! Они стерлись! Круто! Это значит, ошибок нет. Так что можно так стирать ошибки в Corolla Versa.